Сделала педикюрчик себе, сегодня у нас 25-е, такой красивый лакшери сделала. Девочка, такой мне массажик еще, дополнительно $5, итого 28, такой мне массажик сделала, потрясающий просто. Пока сохнут мои ножки, я посмотрю, что тут у нас новенького. Это такая мастерская маникюр-педикюр, только ногти. Тут обычно только ногти, тут не бывает, что ногти с головы, редко бывает. Ну, только, может быть, у латиноамериканцев. А у американцев они предпочитают отдельно делать ногти, отдельно делать голову, волосы. В стиле, да? Все белое, кусок красный. Просто от балды пишут. И совершенно по-другому смотрится. И уже появился стиль. Так, хочу шить. Сейчас приду, приготовлю еду. Буду шить. У меня несколько маечек, я из них делаю платье. Все покажу. Как я соскучилась за машинкой, за тканью. Как я соскучилась за шитьем. Итак, пошли взвешиваться. Пожалуйста, весы не обманывайте. Ну, слава богу, 194. А то я думала уже... Ну да, собственно, 10 паунтов я все равно набрала. Было 185 уже. Вот в Пабликсе у нас продается язык. Стоит 32 или $34. Это почки. Там какой-то ливер непонятный, страшный. И тут можно сердце купить. Вот, это тоже почки. Видите, непонятное дело. А теперь по мере удавления. Что-то я так спать хочу. Проснулась 10 утра, хожу сонная. Потому что кофе не попила. Знаю, хочу. Так, your blood pressure. No thanks. Давай. Are you male? Я девочка, я female. Continue. 7, 97. Получится 77, ладно. Поехали. Давай, let's take my blood pressure. Okay, begin. Okay, relax. Okay, все, поехали. Итак, 113 на 75, пульс 77. Вот меня клонит ко сну, потому что сейчас ливень начнется, погода еще такая.